Так, ну чё, друзья, направляемся к судье Лосю. Какая-то это зверь. Оборотень или чё это такое, непонятно. Сейчас мы будем его уничтожать. Я сразу уже меточку поставил. Сейчас мы выберем тачулю и поедем на разведку. Так, мне нужен вот этот самосвалик. Управлять транспортом. Вдоводел, покатаемся на нем. Ух, вот это вот пушка. Вот это вот машина. Просто огонь. А еще с музыкой. Минус авторские права, ну да ладно. Мне на них все равно. Мне до монетизации еще плясать и плясать. Так, а дорогу нам никто не показывает. А как мы будем добираться-то? Так, по воде, что ли? Тут мост есть какой-нибудь? Моста я не вижу. Единственное, вот по дороге прямо и вот здесь, может, здесь мель какая-то есть. По мели проехать смогу. Либо на самолете долететь можно. А лучше всего на вертолете. Ой, переехал я или нет? Так, ты чё? Так, уничтожаем эту тачку. Нам ее взорвать надо. Ой, хорошечно. Ой, хорошечно, замечательно. Плюс 75 очков силы. Или что это? Очков сопротивления. Это что такое? Что тут за жесть происходит? Так, давайте сейчас разберемся. Какой-то жесткий чувак. Нет, нифига не жесткий. Так, а где твои друзья? А это что за оповещалка у тебя горит? Подмога приехала. А, сейчас я вам помогу. На, пинком под зад. Так, обыскиваем. Мне нужны патроны. Мне нужно очень много патронов. Еще в этом фургончике глянем. Ну и все. Вроде всех. Ой, какого-то я супер сектанта завалил. Так, освободите пленника в долине. Какого-то пленника освободил. Вообще непонятно, что происходит. Просто убиваю всех подряд. И выполняются какие-то задания. Ну и ладно. Ну и хорошо. Так, где мой вдоводел? Вот он. Так, да собакин, отстань. Нам нужен судья Лось. Это животное, над которым ставили какие-то эксперименты, сектанты. И он якобы какой-то очень жесткий. Так, а здесь я проеду? Куда мне ехать-то? Куда я свернул? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я совсем не туда поехал. Мне надо было по главной дороге прямо. Так, давай разворачиваемся. Так, главное не застрять. Ну да, кто бы мог подумать. Так, а это у нас что такое? Да, блин. Вообще... Пыль по воробьям называется. Так, ладно, придется идти пешком. 700 метров. Ну, ничего страшного. Марш-бросок в 1 километр за 3 минуты. Я думаю, справимся. Так, а это у нас торговец какой-то местный. Нам это не надо. Так, а течение есть тут? А нет, течения здесь нет.
Да, или есть. Не, есть течение. Маленькое сносит потихоньку. А я уже отчаялся. Думал, тут физика. Так, ой, Собакин за мной плывет. Так, кто там воюет? Так, это свой. А это не свой. СТП! Пуля долго летит. Это нам какого-то чувака вот спасти надо, типа, да? Обнаруженное новое место — люпин. Люпин — это у нас растение такое. Так, ладно, идем до лося. Это все интересно, но нам нужно до лося. Чё ж там за лось-то такой? А это вообще, чё у нас за территория? А, это типа местный лес. Типа здесь лес, 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 лес. Никаких строений здесь нет. Типа здесь охотиться можно. Шашлычок, не шашлычок выходить. Так. Не-не-не-не-не, патрошки я тратить не буду. Чё-то я это... Поторопился. Так. Это волк. Волк нам тоже не нужен. Иди сюда. Нам лось нужен. Что там с патронами? 5 и обойма. Ну ладно. И здесь обойма и 82 патрона. Да, думаю, хватит. Должно хватить. Вот это лось. А кто там рядом с ним? Ой, а тут еще это, глюки у меня начинаются. Опять эти снежинки. Ого! 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 А-а-а, я понял. Так, будем с кулака их чпонькать. Оба-на, это настоящий. Это настоящий. Блин, реально у него глаза какие-то горящие. Нет, это был не настоящий. А чё за what the fuck? А, вот ХП я вижу. У лося есть ХП. Так, вот это вот хпшки нормально у него отбал... О, даже пулеметик есть. Ну, мне пулеметик не нужен. Итак, справимся. Оба-на. Несколько, на, в рукопашку поехали! Ой-ой-ой, завалили. Лось судья выполнено. 850 баксов мне дали. Так, а ты чё у нас? Так, и самолеты сразу залетали. Так, хорош. Так, Собакин, давай сюда. Так, обыскать. Шкура лося и приманка. И все, что ли? Я думал, может, какая-то там особенная шкура лося будет. А там просто шкура лося. Ну, ладно. Все лучше, чем ничего. Приманка. Кстати, что за приманка? Что такое приманка? Что такое приманка? Это не оно. Это не оно. Шкура лося — это не оно.
Взрывчатка, алкоголь, взрывчатка, горчица, дурман, лактук, алкоголь, люпин, орегано. А вы не подумайте, это всего лишь орегано. Перестепной ускоритель, корпус. Вот это что ли? Приманка, да. Применение привлекает диких животных. Где найти? В магазинах или на трупах животных? Это, короче, мясо у нас какое-то. Какое-то мясо, которое приманивает животных. Ой, а у меня глюки уже... Прям конкретно. Это из-за вот этого растения, наверное, белого. Давайте мы уходим отсюда. Сейчас мы соберем, что-то можно собрать. Все, собрали. Покидаем это место. Давай, 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 грызи. Хорош. Шкура волка-вожака. Так, ну все. Че, все? Лося. Киберпреступника мы убили. Киберлося какого-то. Так, транспорт сектантов с припасами. Где? Вот это? Мне это взорвать надо? Ну да, мне это надо взорвать. Так, а давайте я доплыву туда. Подгоню поближе и кину туда бомбочку. Или даже можно, я не знаю, сейчас... Бомбу с детонатором какой-нибудь. С дистанционным управлением кинуть. Так, уничтожать объекты сектантов. А это кто? Это сектант или нет? Не спалил, да? А, нет, это свои. Это чуваки свои. Это все нормально. Так, войти. Так, давайте мы сразу направимся. Мы сразу направимся. Куда? 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 Что там по заданиям у нас? Да что ж ты будешь делать? Тайник выживальщика. Не надо. Так, долина холод. Сектант, уничтожайте силовые башни. Врат Эдема. А они на карте мне будут показываться, не? Нет. А, ну типа, чувак, бегай по карте, просто ищи. И все, да? И будет тебе счастье, как говорится. Ах, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну чё? Будем тогда уничтожать Клатч Никсон. А пока, наверное, направимся. Куда мы направимся? Давайте... А вот сюда вот. Мерл Брикс. Посмотрим, что там за задание у нас для нас. А сейчас мы сделаем вот так вот. Не! Это пуля для тебя. Чуть не завалил. Чуть не завалил, ты где? Так, а теперь это вот так делаем. Надеюсь, хватит. О, отлично. Так, а теперь быстрое помещение. Быстрое помещение, да, перемещение. Путешествие. Сейчас посмотрим, что там она нам скажет. Что за задание-то даст. Чувиха это, или кто там? Так. И кто тут мне задание даст? Вот. Ты спас наши жалкие задницы, а? Да. Спасибо, дружище. Сектанты набрались ума. Каждый день я жалею, что закрыл глаза на происки этих хитрых ублюдков. Черт, я знал, что так и будет. Сейчас уже все равно. Люди нуждаются в нашей защите. Если мы хотим отплатить святошам как следует, нам... Да что такое? Не дали договорить. Осторожно, проклятый пёс! Вообще повар... Ты чё собаки на моего бьёшь, а?
автоп, пацан. Тут ездить нельзя. Капитан Капланский. Где ваши документы? Так. Мы перед тобой в долгу. Давай, ты договаривай. Где? Супер. Если мы хотим отплатить святошам как следует, нам нужна жажда смерти. Мой пикап. Дело в том, что он в мастерской, которой завладели эти психи. Отправляйся в американские автомобили, а я позабочусь о местных. Когда вернешься, мы устроим этим говноедам разнос. Тихо, 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 не ругайся. Так, американские автомобили. 2000 метров. Ну, пешком я не пойду туда. Где это? А вот оно ж где. Так, американский автомобиль. Освободите аванпост сектантов. Сектанты заняли местную мастерскую, где собирают и обслуживают свои конвои. Как хорошо, что есть быстрое перемещение. Сейчас мы мастерскую освободим. Тупо на стелсах. Почикаем. Сколько патронов? Обойма и 8 патронов. Я думаю, этого более чем достаточно. Так, а это что светится? Мне это не нравится. Ага, вот снайпер есть. 3. Так, ну... Этого... Чувачка, мне надо сразу снимать. Труп. А дед, блин, надеюсь, он вниз не упал. Так, а тут есть какой-нибудь этот стукачок, который... Вот, еще вижу. Так, давайте дальше еще по кругу пройдемся. Мне кажется, с той стороны по-любому еще что-то будет. Ага, вот он еще один. Так, а это у нас что? А это у нас говорилка. Ну, этот. Как его там? Как? Ну, как называется, скажи. Это если они спалят меня, они начнут туда трубить, и, короче, приедет подмога. А мне эту говорилку можно, по идее, отключить. Так, а сколько у меня здесь патронов? А, хватит. Так, да зачем мне это? Так, мне нужен нож. Да ты мне надо присесть. Что ты делаешь? Минус. Отец говорит, что эта земля 7 лет будет бесплодной. И лишь потом Господь подготовит почву, которая воздвигнет новый Эдем. Так, сигнализацию отключаем. Давай. Спасайся, кто может! Так, отключил. Так, и на той мы будем стоять и защищать. Чтоб нее никто не заговорил. Он внизу! Где? Я никого не вижу! Укрепление! Понял! Сейчас ты получишь! Ой-ой-ой-ой, вообще по красоте! По-тихому, ну что-то слишком легко было на самом деле. Освободили целый аванпост. Теперь музыка, классная музыка. Не. Так, теперь что? Теперь 400 мне баксов дали. Мне дали 400 очков освобождения я заработал. И теперь аванпост освобожден.
поражена раком. И эту опухоль нужно вырезать. Хреново. Ты можешь отказываться от моей помощи. Не говорить «да». Но пока ты противишься, боль, которую ты нам причиняешь, будет возвращаться твоим друзьям. Не знаю, сколько еще протянет Хадсон. Подумай об этом хорошенько, помощник. Какая же потрясная игра. Вот он знает, на что надавить, собака. Хадсоном угрожает. Побольше бы нам таких, как ты. Так, оба-на, вот это я заберу. Обнаружены новые места. Ага. А что еще за места? Только одно показали мне. Каждый раз что-то новое. Так, приласкаль. Красава, чувак. Давай, давай. Таскай мне бабосиков. Да, да, я пройду только. О, броня есть. Я и забыл, что здесь броня вообще существует. Давай чуть попозже. Тут вон самолетики летают. Кто спалил? А. У меня воздушная защита есть. Вот что я искал. Вот это вот я потерял. Так, нет, сюда. Мне нужно ДУ. ДУ, это ДУ? Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Взрываем. Да, все нормально, чувак. 250 баксов. Не понял. Сейчас мы с ним справимся. Не, это вообще не дело. А, не понял. Кто моего собаки завалил? Спасаем, спасаем. Шарик, Бобик, или как там тебя зовут? Так, патроны мы на эту шваль не будем тратить. Так, самолет улетел, да? Да, но самолет улетел. Самолет улетел. Где вип-сектант? Перо, граната, зажигательные снаряды для дробовика и что-то там еще. И все, что ли? Блин, какой-то бомжатский вип-сектант. Так, давайте еще дальше здесь обыщем, что тут есть. Так, мне нужны патроны. А патронов больше нет, да? А, не, стоп, у меня ж это. Сколько здесь? 120 патронов, так это максимально, по-моему. Или 150. Не, 120. Так что все. Больше ничего не надо. Да подожди ты помочь. Я сначала... Ну просто отлично. Полутаюсь чутка. Иосиф должен отречь. Давай быстрее, чего сопли жуешь? Я хочу полутаться. И я вроде уже все облутал. Уроды гребаные. Больше ж ничего нету. Тут был. Тут был. Тут тоже был. Вроде все обшарил уже. Ой-ой-ой, разбил стекло, я не хотел. Так, эта дверь закрыта.
Так, здесь не был. Что за коробка? Просто коробка. В окно залазим. Это у нас магаз местный, да? 79 баксов. Ограбили магаз местный. Да хорош ты ругаться. Так, ну все, все обыскали, все облазили, все обчистили. Почти все. Почти все. Сейчас я вот сюда заберусь. А, и здесь ничего нету. Просто трос есть, и все. Эх, блин. Так, ну ладно, тогда сейчас будем помогать этим чувакам местным.